шоу. Это не шоу было. Это месть была ментам, которые его корешевали. Вы так не скажете ничего? Не надо говорить ничего. Я вам скажу. О, у тебя такая дорогая машина. О, у тебя такая куртка дорогая. И вот такие были. Но вы понятно? Считаете, вот такое поведение, это тоже нормально? Нет, это не нормально. Но когда человека до истерики доводят, то я не гарантирую, что это я могу сделать в отношении. Ну, даже человек в истерике вряд ли будет стрелять пиротехникой в экипаж ДПС, правда ведь? Сначала понятно. Но сначала довести до точки кипения, а потом, вы знаете, вот состояние аффекта. А он знаете? Был под наркотиками, скажите? Нет, он этого не употребляет. Он этого не употребляет. Травы, он чай пил, чаи, нормальные чаи, я их тоже пью от сахарного диабета и ему даю. Но когда он полицейским говорит, привет, девчонки, это же тоже, наверное... Ну, он прикол такой, ну, он шутит, у него такой прикол. Молодежь, мы с вами одной и... Пошли, а то не убейте. Другой.